чем быстрее. Смотрите, моя бочка быстрее всех. Я выиграю. 5 стал. Я догоняю, а я обгоню тебя. Давай скорее. Бернард не может бежать по прямой. У Бернарда не получается. Он не может бегать прямо, потому что он упрямый. Что скажешь, Бернард? Это не я, это бочка упрямая. Я тут ни при чем. Вот так. Прости, пожалуйста, что я тебя ударил. О, да, у меня осталось немного печенья в кармане, тебе понравится. На, попробуй это. Ну. Бедняжка, он голодный. Он, наверное, бездомный. Знаете, что я вам скажу? Ему нужен хозяин. Обязательно. Ну и возьми его себе, ты ведь его нашел. А тебе придется ухаживать за ним, потому что никому не нужна такая уродливая старая псина. Ой, бежим скорее! Не нужно тебе ходить за мной. У нас уже есть собака. Ее зовут Экл. Я точно знаю, что об этом скажет Мария. Если бы это была корова или овца, тогда еще ладно. Но только не старая псина. У нас не хватит еды прокормить его. Вот что она скажет. Так что я не могу взять тебя домой. Мне очень жаль. Будь осторожен. Я же сказал, нет, уходи, уходи. Но я так рад. Бернард! Быстрее! Привет, Диего, как дела? Что ты здесь делаешь? Ничего я не делаю. В чем дело, Текл? Да он просто смельчак. Где ты его нашел? Скажи мне. Это бродячий пес. Ему некуда идти. Совсем как мне когда-то. Понятно. Хорошо, нужно придумать способ убедить Марию разрешить оставить его. Диего! Для начала нужно придумать ему хорошее имя. Так, как насчет... Тебе нравится Фигаро? Кажется, нравится. Я Диего. Привет, Фигаро. Диего, Бернард, ужин. Пойдем достанем ему что-нибудь поесть. Прежде чем приступить к еде, я хочу сообщить вам, что командир Раймонд попросил меня послезавтра принять важных гостей из Испании, и я согласился. Важных гостей? Графиню Мальдосу, жену испанского министра. А почему она решила остановиться в нашем доме? В нашем городе нет роскошных гостиниц для таких важных постояльцев. Не могут же они поселить ее в казармах? Нет, конечно, нет. Нужно будет получше убраться в доме завтра. Да, если тебе не сложно. Не можем же мы держать бедную собаку здесь вечно. А давай научим его всяким трюкам, чтобы он произвел впечатление на Марию. Отлично! Да! Приступим к тренировке прямо сейчас. Какой он умный.
Молодец, Фигаро. Теперь Мария не откажется его оставить. Нет, ни за что. Не хватает мне еще одной собаки в моем доме. Коровы и лошади на здоровье, но кормить старую никчемную дворнягу я не собираюсь. Разреши оставить его на несколько дней. Я же сказала нет. И не мешай мне больше, мне нужно подготовить все к приезду графини. Я помогу тебе с уборкой, Мария. Только, пожалуйста, посмотри, что умеет Фигаро. Он такой умный песик. Мне он вовсе не кажется умным. Ма! Обыкновенная дворняга с уродливой мордой. Нет, смотри! Дай лапку, Фигаро. Вот! Что он делает? Фигаро иногда не прочь пошутить. Подожди секунду. Сидеть. Фигаро, от этого зависит твое будущее. Не нужно все портить. Бернард, может лучше показать, как он умеет стеречь овец? Отличная мысль. Так, Фигаро, я хочу, чтобы ты загнал их в стойло. Фигаро, молодец! Фигаро, не сюда, вон туда! Гони отсюда это чудовище! Теперь слишком поздно извиняться. Я не хочу выгонять тебя, но я больше ничего не могу для тебя сделать. Иди, найди косточку. Прощай, Фигаро. Здесь происходит. Известно ли вам, что восстановили экипаж графини Милдоссы? Еще бы неизвестно. Я преследую экипаж графини с того самого момента, как вы сошли с корабля сегодня утром. Нет, не прикасайтесь ко мне. Отведите ее в эту лачугу и вытряхните из прелестного платья. Что вам нужно? О, это вы, Лидия. Платье в самый раз. Но я не смогла найти вторую сережку. Лидия, мне кажется, сюда кто-то едет. Простите, это карета графини Милдоссы? О, да. А? Графиня, это я, что вы хотели? Сержант, чем мы можем вам помочь? Командир Раймонд велел нам сопровождать вас в дом, в котором вы проведете эту ночь. Как это мило! Спасибо вам большое! Боже, до чего же утомительно быть графиней. Послушай, Лидия, как мы сбежим? Здесь столько народа. Охрана вооружена до зубов.
Ты недооцениваешь меня. Ты забыл, что я самая знаменитая женщина-грабитель во всей Калифорнии. И мы выберемся отсюда, безо всяких помех. Доставай все ценные сумок и пошевеливайся. Хорошо, Лидия. Что? Вы собираетесь украсть ожерелье графини и подбросить его в комнату Веги? Зачем вам это нужно? Да чего же ты глуп? Мы добьемся, чтобы Вега оказался в тюрьме, обвинив его в воровстве. Это будет нам на руку, потому что он все время выступает против нас. Что? Именно для этого мы и попросили графиню остановиться в его доме на пути из Южной Америки. Но это же нечестно! Ты хочешь сказать, что не сделаешь этого? Нет, нет, командир! Лидия, что ты пытаешься сделать с этим хрусталем из люстры? Подожди, скоро узнаешь. Мы выйдем из этого дома через парадную дверь. Что такое? Ко мне что, забрела собака? Быстрее, Гонсалес. Выше нос, Бернард, я найду Фигаро. И когда графиня уедет, я уговорю Марию разрешить ему остаться. Не волнуйся. Бедняга, Бернард. О, боже мой, невероятно. Украшение графини похищено. Похищено? Похищено. Я должен обыскать вас, это не займет много времени. Почему нас подозревают в краже? Мы не сделали ничего плохого. Лолита, перестань спорить. Никто из присутствующих в этой комнате не отлучался из дома после приезда графини. Следовательно, похитителем может являться один из вас. Это могли быть и солдаты. Почему обязательно один из нас? Щенок! Я нашел ожерелье! Где ты его нашел? Под подушкой в спальне сеньора Веги. Какая глупость со стороны Веги совершить такое. Послушайте, я никогда прежде его не видел. Охрана, взять этого подлого преступника. Но я не виновен. Я ничего об этом не знаю. Отпустите его. Сеньор Вега никогда не взял бы чужого. Я это точно знаю. Он честный. Я не так в этом уверен. Мы нашли ожерелье графини в его комнате. Это доказательство. Если кто-то еще собирается спорить, все вы отправитесь в тюрьму. Охрана, увести негодяя. Отец! Не волнуйся, Диего. Я знаю, что я не виновен. Это самое главное. Гонсалес, вы должны помочь сеньору Веге. Прошу вас. Прошу простить за все эти волнения. Мы нашли украденное ожерелье. Просим принять извинения за доставленные неудобства. Очень рада, что оно в целости и сохранности. Но оно же не настоящее. Не настоящее? Что происходит? И как же вы намерены решить эту небольшую проблему? Простите меня, я немного переволновалась. Командир, что же мы будем делать? Придется искать дальше. Я обещаю, мы найдем настоящее ожерелье. Только дайте мне немного времени. Гонсалес, возобновить поиски. Есть, сеньор! Обыщите каждую щель в этом доме и найдите его. Диего, Гонсалес только пошел в твою спальню. Если он найдет тайную дверь, то о тебе все узнает. Не шевелитесь, сержант. Зара! Зара! У меня к вам один вопрос.
Вы были удивлены, когда узнали, что ожерелье поддельное. Почему? Ну, понимаете... Подумайте лучше, я должен услышать правду или продырявлю вас вот здесь. Хорошо, я все расскажу. Какая подлость. До сих пор не могу понять, почему командир так расстроился. Может, кто-то другой подменил ожерелье? Но кто мог это сделать? Фигаро! Похоже на ее сережки. Это вторая. Наверное, ее нашел Фигаро. Я как раз думала, как странно, что на графине всего одна сережка, когда она вышла из кареты. Да, это странно. Носить одну сережку. Графиня должна очень внимательно относиться к своей внешности. Беги за Фигаро. Бернард, и смотри, чтобы тебя не заметили солдаты. Хорошо. Понял. Диего, что ты задумал? Зорро здесь? Да, и угрожал мне шпагой, уколол меня прямо в спину. Наверное, Зорро и украл настоящее ожерелье. Никто не покидал дом, кроме Веги. Значит, Зорро все еще в доме. Где-то прячется. Обыщите дом вдоль и поперек. Значит, он свалил все на Зорро. Да чего же это подло? Диего, куда ты уходишь? В ванную. С ним всегда так. Самый важный момент. Говорят, здесь где-то Зорро. Объясни мне, что в конце концов происходит? Насколько я понимаю, скоро у нас будет случай сбежать отсюда. Просто подожди немного. Если мы не найдем его, будут неприятности. Командир, я больше не могу ждать, мне пора ехать. Прошу, подождите, до завтра, нет, до полуночи. Мы разыщем ваше ожерелье, обещаю. Обязательно. Хорошо, но не забудьте, я расскажу своему мужу об этом происшествии, если вы не найдете его. О, разумеется. Диего был прав. Сеньора, это вы, графиня? Да. Вам так и не удалось найти его? Мы обыскали все, даже потолки, ничего. Похоже, ваше время вышло. Прошу, подождите еще немного. Спорить бесполезно. Готовьте экипаж. Подождите, не уезжайте! Что теперь, Лидия? Не беспокойся. Эта женщина-самозванка! Настоящая графиня перед вами! Глупости. Какие у вас доказательства? Я графиня. Нет, графиня, это я. Вы ограбили меня. Ах, так вы, графиня. Арестуйте эту женщину, если не хотите отвечать перед моим мужем. Ты мошенница. Вы мне ответите. А теперь мне пора в дорогу. Мой муж, наверное, уже беспокоится, что меня нет так долго. Конечно, хорошо. Благодарю за гостеприимство. Это Зорро! Сегодня я здесь не для того, чтобы драться с тобой. Я пришел доказать, что эта женщина-самозванка. Не стойте без дела! Убейте его! За оружие! Я сама это сделаю! Что это? Это настоящий камень. Она подменила его на подделку. Думаете, настоящая графиня стала бы обманывать всех подобным образом? Что это значит? Теперь вы знаете всю правду. Я сдаюсь. Делайте со мной что хотите. Вот ведь негодяи. Замолчи. Ты куда хуже, чем я. Ты пытался засадить Вегу в тюрьму, обвинив его в краже ожерелья графини. Это был грязный трюк. Если это все правда, командир, боюсь, мне придется рассказать все моему мужу.
Прошу вас, графиня, не делайте этого. Тогда освободите Вегу из тюрьмы и обещайте, что никогда больше не станете преследовать его семью. Да-да, обещаю. Спасибо тебе, Зорро. Прежде чем я уйду, я хотел бы поблагодарить этого пса. Это он нашел доказательства, которые были нам нужны. Это правда. Мы никогда бы не узнали правду без Фигаро. Это он нашел недостающую сережку. Дорогая Мария, Фигаро смышленый пес. Прошу, попроси сеньора Вегу позаботиться о нем и взять его в дом. Конечно, сеньор! Ура! Я еще вернусь! Чего вы ждете? За ним! За ним! В погоню! Не стойте на месте!